Приветствую вас, друзья. Продолжаем кредо ассасинов Братства Крови. Идем по сюжету дальше. В прошлой серии мы банкира убили какого-то, а здесь какая-то контрольная точка. Причем около туннелей. А вот, девушки Клауди похитили деньги у банкира. Да, в прошлой серии. Но попали в беду. Возвращайтесь в цветущую розу. Где Клаудия и Мария? Мы принесли деньги домой. Но они выследили нас. Что? Моя сестра умеет обращаться с ножом. И я готова снова пустить его в ход. Вот слова настоящей аудиторы. Наконец-то к вам вернулся разум. Очень вовремя. Ничего себе. Разобралась она. Компромат. Так, у нас закончилось это. Сборщик пожертвований, достижение какое-то у нас. Так, что сейчас будем делать? Барон де Ваула. Валуа. Барон де Ваула. Так, шестая последовательность. В этот раз куда нам? А, ух ты, далеко. Но. Ладно, это аж здесь где-то, да? Давайте мы через этот пройдем. Через туннели. Мы заслуживаем уважения, идиот. Сразу заберем. Немного, правда, но пойдет. Всем жителям города о том, что пьянство и непристойное поведение в праздники допустимы лишь в разумных... Сейчас посмотрим, что здесь будет. Интересно. Почему нельзя на карте вот так вот выбрать? А, казармы. Все, вспомнил, где это. Ну да. Стой, кто идет? И тебе тоже привет. Эцио! А я ждал свою жену. Почему-то это меня не удивляет. Нас теснят эти чертовы французы! Расскажи мне про их генерала, этого барона Валуа. Чезаре убедил короля Людовика послать против меня целую армию. Я польщен. Где его найти? Скоро я схвачу этого Валуа за горло. Они уже отступают. Кажется, они приближаются. Ничего, мы контролируем ситуацию. Закрыть ворота! Бен, пожалуй, помощь нам не помешает. Помешайте французам захватить казармы, закрыв трое ворот, ведущих в казарму. Принимаем. Все под контролем. Так. Где? Где? А. Эцио, закрой ворота! Ах ты, гадина. Они идут с другой стороны! Стоять? Другому входу! Уронили Эцио, вставай. Ворота! Защищай казармы!
окружены! Так, эти ворота мы закрыли или нет? Да, закрыли. Эдсо, закрой ворота! Ты зачем ты запрыгнул сюда, дурак? Давай. Отлично. Готов. Погнали. Поймаем этого гада! К другому входу! К воротам! Ну все. Я нашел его! Ворота в Луа подал сигнал! Бонжур, генерал Довьяно! Вы готовы к сдаче? Может, подойдете поближе и повторите? Научитесь говорить по-французски! Так вы сможете скрыть свою варварскую обиду! Возможно, вы меня научите! А я научу вас драться! Вы ведь в этом ничего не смыслите! Что ж, довольно забавляться! Я жду вашей безоговорочной капитуляции до рассвета! Ха! Подойдите! И Бьянка шепнет вам на ушко! Полагаю, что другая дама будет против! Мой муж вас всех уничтожит! Я убью тебя! Вот тут то Франчезе! Успокойтесь, ведь здесь ваша жена! Мои условия прежние! Назаре, без оружия, в моем лагере! И начните учить французский! Скоро на нем будет говорить вся Италия! Проклятый сукин сын! Ты у меня получишь! Вот времена, да? Так. Ну что нам делать? Погнали. Аспетта. Уже приготовили местечко. Если бы я мог отправить его туда. Ну сейчас мы, я думаю, зададим жару. А мы прибыли, да, типа? В крепости? Трус! Между ногами у тебя ничего не болтается! Там такая глубокая дыра, что уходит в саму преисподнюю! Ты нужен ей живым. Перестроимся и пробьемся через ворота, как при штурме арсенала. Перед воротами больше французов, чем на улицах Парижа! Значит, заберемся на стены. Они неприступные. Пантеселее подсказал бы нам, что делать. Наверное, это конец. На заре я войду в их лагерь с дарами. Быть может, этот трус пощадит ее. Почему я раньше не подумал об этом? А что я сказал? Отзови своих людей в казармы. Объясню там. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Отступаем! Не дайте себе ранить. Так, слушайте, у нас тут прям неплохой замесик сейчас будет. Ага. А, тут можно точку открыть. Пошел нафиг отсюда. Я, наверное, сейчас синхронизирую сразу. Это те самые недоступные точки, что ли, были или нет? А может и нет. Так, открыли мы эту местность. Теперь видно, что да как.
О. А я забыл, что это за знак. Это знак Абстерго, по-моему. Ну что это? Мадонна. Остановись. Я уже достаточно натерпелась. Я не трону тебя. Что здесь произошло? Август. Мой муж. Он считает себя хозяином этого квартала. Квартал подарили ему Борджи. Когда-то он рисовал вывески для лавок. А сейчас служит Борджи и устраняет всех, кто встает у него на пути. Вроде тебя. Где он? Он целый день сидит в мастерской. Но я знаю, как выманить его оттуда. Выманите Агюста Аберлена из мастерской, срывая плакаты, затем найдите и убейте его. Давайте, почему бы нет? Как? Сорви вывески, которые он развесил. Гордость не позволит ему смириться с этим. Грация. Давайте попробуем. Хотя у нас вот этот здоровяк. А, 4 вывесок, 5 вывесок где-то. Давайте по очереди. Так, мы немножко знамениты тут. Надо это тоже убрать. И вот этих тоже как-то немного сторониться. Я не вижу. А, во. Все ушли? Ушли. Так, и займемся основными вывесками. Вот эти, что ли, вывески? Хорошо. Надеюсь, быстро сейчас разрешится здесь все. Так, следующая вывеска. Так, там закрытая территория. И тут эти ходят. Есть. Так, ушли оттуда. Ага, там двое стоят. Стой! Заразы. Есть где спрятаться? Так, вроде не спалили. Так, тот смотрит. Они сюда идут. Нет, они мимо. Отлично. Погнали дальше. Там волки воют, блин. Задание Ромула хочется тоже повыполнять. Так, здесь нас не трогают. Но замок Борджа, ох, я хочу это тоже зачистить. Нужная вещь. Может, это и сделаем. Так, они отвернулись. Ты, блин, было опасно. Уходим. Вай, вай, убей его! Не дайте ему уйти! А, заразы. Так, уходим, уходим, уходим. Они бегут, да, за мной? Да. Убей его! Бей! Вот ё-моё. Ну ладно, мы зато их убрали.
И там теперь никого нет. Генерала надо будет убрать. Или кто он там, капитана Борджия? Генерала. Немножко не подождал. Так бы двоих бы убрали сразу. Так, еще один остался. Но чтобы его... Капитана надо убрать. Надо убрать капитана. Стоять! Не двигай! Он не тот. Да, ёлы-палы. Все, исчезли. Обойти? Может быть. Давайте попробуем. Вот он. Надо это как-то аккуратно сделать. Най, дерево. Убрать его нафиг. Пощадите, господин! Я хорош, господин! Ну а теперь защищаем эту территорию. Она теперь наша. Так, и здесь тоже убираем. Давайте пробовать залезть. А, ну в принципе... Я думаю, сейчас залезем сразу. Мы уже прилезли. Ну, можно сказать, три задания в этом видео, может, даже и успеем сделать. В принципе, мы даже можем ассасинов еще на нашу сторону привлечь. Итак, у нас есть банк здесь. Давайте его сразу откроем. Пусть под нашим влиянием уже будет все. Где он? Вот он. Ну и отлично, давайте смотрим. Забрать можно? Отлично. И погнали очередной еще вот этот плакат там с ней. Вон он. Настоящий герой. Ой, блин. Все. Кто срывает мои вывески? Я вижу его. Найдите и убейте так, его. Какого хрена вы тут встали? Тут? Ты чё прыгаешь? Реквескат, инпаче. Довольно жестко. Давайте с этими просто разберемся. Спрятанным клинком, смотрите-ка, даже... А, эти разбежались. Ну и хорошо.
Тут здесь как-то замешкался прям. Погнали за основным заданием. А, ну... Тут даже без вариантов. Освобождение Рима началось. Отлично. Пожалуйста, научите меня сражаться с ними. Ну и отлично. Еще одного завербовали. Да что мы опять знаменитые, а? Давайте. Да, блин, лошадь это, ну, нафиг. Как неудобно вот здесь, да, взаимодействие. У, блин, и она и вызывает также и лошадь. Очень неудобно. Кстати, у портного. Давайте посмотрим сумочки. Парашюты купить. Не знаю. Покраска одежды вообще не понимаю вещь. Сумки. Парашютов на 5. Нет. Ну, давайте инвестируем. Фактор риска малый. Ну и все. Кстати, если заметили, у нас снова 2. Это означает, что, ну, ассасинов, вызов ассасинов. Всего 2. 2 группы. Чего он делает? Это потому, что я отправил. Вот эти голубятни, оказывается, есть, которые я не знал просто. И думал, что самому какие-то задания там кого-то уделушить отсюда. Выполнять немножко нудновато, это однообразно. А тут, оказывается, можно самих ассасинов посылать на задания. Они таким способом прокачиваются. Они становятся круче. Где? И все быстрее происходит. Отлично. Все, теперь по заданию погнали. Да, я еще прикупил шматья. О, давайте откроем сразу тоже. У нас 22 тысячи хватит. В принципе, мастерскую тоже можно, да? Она здесь поблизости где-то. А, во, можно еще завербовать ассасина. Сейчас это сделаем, он как раз рядом. Ну, заданий много у нас получается. 1600, дорогое. Чувствую, затянется у нас это задание. Благородные цены для благородных людей. От таких доспехов не отказался бы и император. Ай, давайте это тоже откроем. Оно вроде бы как бы увеличивает, по идее, доход, да? Да, доход Рима увеличен до 8480. Пойдет. Покупать пока ничего не буду. Давайте завербуем еще одного ассасина. Поможем ему. Освобождение Рима началось. Благослови вас Бог, сеньор. Вы спасли эту жалкую душу. Позвольте стать вашим спутником. Замечательно. Возможно, сейчас даже снова 3 станет. А, мы снова так. Давайте уберем узнаваемость свою. Никак до нормального, ну, до основного задания не дойду. Не добегу. Кстати, она далеко? Нет, недалеко. О, сколько теперь снова ассасинов нужно помочь. Здесь поблизости есть? Нет. Здесь поблизости нет. Погнали, здесь добежим.
лошадь взять. Смотрите-ка, территория открыта. Стало. Кажется. Или подождите-ка. А, это нет, мы вернулись сюда. О, теперь три стало. Отлично. Три группы. Блин. Сюда, да? Да. Если твои люди проникнут в лагерь, они ведь одолеют стражу, верно? Да, но... Особенно, если они застанут их врасплох. На черту! Нам нужно добыть несколько французских доспехов. На заре мы идем в их лагерь. Ха! Эцио аудиторе! Ты мне решительно нравишься! Манифиго! Я добуду доспехи. Мои солдаты соберут их с трупов. Мы пойдем с севера, чтобы не вызвать подозрений. И еще, Эцио, убей их незаметно. Доспехи должны быть чистыми. Да, обманите барона де Валуа. Для этого убейте 20 французов в развалинах Рима, чтобы люди Бартоломео могли забрать их доспехи. Принимаем. Это постылсить придется, да? Так, убейте 20 французов в развалинах Рима. Ой-ой-ой, на карте сколько всего красных точечек стало. Ну, давайте попробуем, как это вообще выглядеть будет. Чё-то как далеко стопе. Ну да, как-то далековато разнесены. Ну ладно, проверим потом. Я не вижу логова Ромула. Может, вот здесь? Ладно, скорее всего, сейчас территории эти открыты. Надеюсь. Да, территория открытая. Ага, и башня. Тоже. Да ладно. Какая-то ерунда. Получается, это что-то не то. Я не туда просто пошел, да? Да, скорее всего. Если бы я мог отправить. Вот. Ну тоже, блин. Что-то не пойму, как здесь. Не чересчур тут. Здесь я не проберусь. Ну как? Стойте! Я хочу поговорить! Меня же быстрее! Быстрее, скотина! Погоди-ка! Вот ё-моё. Немножко непонятно, как с ними разбираться. Я что-то не понял, что делать. Так, сейчас они... на меня не обращают внимания. Что? Пожалуйста! Пожалуйста! Что? Так. Сейчас пока не понимаю, что я делаю. С
закрытой территории. Угу. 4 из 20. Бедняжка. Вот засада. Ты не уйдешь. Давай, давай. Вали его! Ты больше никому не причинишь вреда. Давайте посмотрим. Ну, сжаль болты. 9 из 20. Ну, в принципе, значит, правильно идем. От того гаврика надо. Готов. Так, осталось... Где-то здесь поблизости еще одно было. Господи, помоги мне! Я... То есть таким способом можно, да, убрать их и не париться? Ну давайте так его и сделаем. Выйдут сюда, нет? Да, идут. Причем, нет, не все. Отлично. О-о-о. Там как-то странно. Давайте их, знаете, как уберем? Еще быстрее. Вот и все. Еще двоих надо. Что за вкусняшка тут? 450, ну, такое. Дело. У нас 18, нет, это не те. Нам надо другие, другие нужны. Так, здесь где-то есть. Да, вот, снимем с себя узнаваемость. И погнали к другим точкам. Как они там далеко? Ближайшая какая к нам? Ты-ты-ты-ты. Да, в принципе, и это неплохая точка, да? Да. А, они уже здесь заново распаунились. Да и ладно, давайте эти возьмем, какая разница. Давай, давай, давай. Ну и все. Они с ним все разделались. Давайте заберем здесь тоже. Надо быстро, быстро действовать. Нефиг тут фигней страдать. Все, теперь у нас лучше вызвать теперь лошадь. Где она там? Вот она. Будет быстрее. Bye, bye. Хотя мы рядом, по-моему, да? Сюда. Andiamo.
Зря это. Вот он. Я уверен, что ассасин не отказался бы от нашей помощи. Но что мы можем сделать? Освобождение Рима началось. Они мне за все ответят. Я обязан вам жизнью, и поэтому с радостью отдам ее за ваше дело. Отлично, по-моему, мы всех собрали. У нас даже больше не будет. Лошадь, ты где? У нас нет больше на вербовку ассасинов, по-моему, да? Нет, есть. Есть. Слушайте, далеко еще топать. Погнали. Снова узнаваемость у нас. Куда нам? Сюда. Что-то как-то далеко я ускакал. Все, прибыли. Тут Леонардо есть, лавочка. А, вот куда нам надо. Тут собираются, все уже переоделись. Принесите мне этот уродский доспех. Тебе доспех не нужен. Что? Это часть плана. Ты сдался нам. Мы ведем тебя к барону. Ах, да! А потом? Твои люди нападут по моему сигналу. Бен, иди переоденься. Скоро рассвет. Стройся! Во главе отряда переодетых наемников проникните в крепость французов до рассвета, убивайте французов на заставах, чтобы они не успели поднять тревогу. А, тут надо еще успеть что-то сделать, да? Принимаем. Ой-ой, сколько синеньких. О, у нас доспех прям классный такой. Это что, строй такой? Офигеть. Хоть на базар все собрались. Ладно, пойдемте. Так вот куда? Куда мы тащимся? То есть за ними идти, да? А, вот куда. Вижу их. Готов? Нет? Нет, не готов еще. Ну, как можно в этой толпе что-то сделать? Во, наконец-то. Как-то они пошли, блин, непонятно. Нет, что по дороге идти. А, вот двое. Все, понял. Там, пусть пока разбираются. Так, давайте, давайте разберемся. Давай, что встали? Давайте, пойдемте. Все, пошли? Отлично, пока не растолкаешь их. Мы должны идти по маршруту патруля. Если свернем, то люди герцога заподозрят неладное. Еще барон думает, что Чезаре позволит французам править Италией. Этот ублюдок так ослеплен гордыней, что не замечает очевидного. Что бы там ни думали французы, но Чезаре сам собирается стать королем. Ну и все. У нас что в запасе, считай, будет. Один. Так, нам туда.
Все мои клиенты одеты по последнему крику моды. Твой план хорош, но мне не нравятся подобные уловки. Я за честный бой. Пусть победит сильнейший. Чезаре и барон придерживаются другого мнения. Придет день, когда люди не будут обманывать друг друга. Тогда я мы тут увидим, ни при чем. Пустите! Я где-то слышал это. Эти слова написал твой отец. Да заканчивайте с ним. Я разберусь с ним. Все, готовы. Я вообще не здесь. Покойся с ним. Так, у нас еще в запасе двое, накапливается. Странное задание. Такую свору сопровождать. Рим уже просыпается. Так, еще один есть. Убираем его сразу. Подходите и исцелитесь. Отец Уго, благослови его Господь. Ты заплатишь за это. Я ухожу. Готовы. Блин, как-то немножко напряженно. Так, у нас еще один есть. И еще второй на подходе. Вторая группа на подходе. Так, это застава была или нет? Останови их, пока не напали. Где? Кого остановить? Ладно, неважно. Так, этот не поймет. О. Нам сюда или как? Мы солдат, кондусен для капитан итальян, а сон эсселанс для барон. Льву сохандр. Ты из какой части Франции? Монреаль. Открыть ворота! Говоришь по-французски? Во Флоренции я знал пару француженок. Мы тут зачистили половину уже. Так, у нас один есть в запасе, группа. Да блин, дайте пройти. Нам сюда? Хорошо. Итальянский пес! А, это на него говорят. Ой, чувствую, сейчас будет замес. Ну, сейчас строим, тут прям неплохо. Куда нам? Сюда, да? Генерал Альяно, вижу, вы услышали голос разума. Довольно болтовни. Отпусти мою жену. Какие дерзкие речи для какого-то нищего бродяги. Мое богатство, мое честное имя, а твоя честь — фальшивка! Да как ты смеешь? Думаешь, что армия делает тебя благородным? Благородство — это сражаться плечом к плечу со своими солдатами, а не похищать женщин! Наберись храбрости и отпусти мою жену! Эти варвары ничему не учатся. Стой! Понеслось. Выбираем.
все! Ты должен спасти мою жену! Иди на крышу! Так, догоните барона, дай в аул и убейте его. Понял? Я хочу поговорить. Поговорить. Потом. Где он? Вон он. Эти пока разбираются. Наверх. Вот она, гадина. Сюда? Да. Ну, гад. Так, он утащил ее. Ой-ой-ой. Надо аккуратно, получается. Пока никто не видит. Вон он. Я просто хотел уважения. Уважение нужно заслужить, и нельзя купить или унаследовать. Возможно, ты прав. Мне нужно больше времени. Пусть смерть уравняет тебя. Requiescat in pace. Пантеселея! Больше никогда не исчезай. Без тебя я пропаду. Правда? Но ты же спас меня. Это Эцио придумал гениальный план. Неправда. Все это придумал твой муж. Правда? Ты мой принц. Теперь придется заслужить этот титул. Заслужишь. Спасибо. Нельзя было француза напрямую на пролом идти, иначе он сразу убивает ее в затылок, прикиньте, с ружья. Надо было по стелсу и аккуратно его было грохнуть. Ну, то, что мы сейчас и сделали, с арбалета. Ну что, друзья, закончили эту серию? Да, последовательность закончили. И у нас достижение к черту Париж. Всем счастливо, всем пока и всем удачи. Увидимся в следующей серии.